Добрый день, ребята! Сегодня в рамках цикла творческих встреч с преподавателями и студентами мировой наследия мы посетим Ставропольское краевое училище дизайна города Пятигорска. На видео вы сейчас посмотрите фрагменты здания Ставропольского краевого училища дизайна, как оно выглядит и какие работы, чем оно занимается. А я немножко вам о нем расскажу. Непосредственное управление деятельностью Ставропольского краевого училища дизайна осуществляет директор, народный художник России, профессор Арзуманов Валерий Николаевич. Государственное бюджетно-профессионально-образовательное учреждение Ставропольского края, Ставропольское краевое училище дизайна, основано в 1993 году. В городе Пятигорске и насчитывало всего 30 студентов на двух отделениях – декоративно-оформительская и промышленная графика и реклама. За годы существования училище выросло во всех аспектах многократно. В настоящее время в СКУТ обучается более 500 студентов на 4 отделениях: дизайн среды, дизайн графики, дизайн костюма и дизайн ювелирных изделий. В состав профессорско-педагогического коллектива входят профессора, доценты, кандидаты искусствоведческих педагогических наук, члены Союза художников, Союза архитекторов и Союза дизайнеров России. Наряду с опытными преподавателями, работающие со дня основания училища, здесь преподают и его выпускники, перспективные молодые специалисты, многие из которых уже приняты в творческий союз. С 2011 года подготовка студентов по специальностям дизайн по отраслям и декоративно-прикладное искусство, народный промысел по видам углубленной подготовки с присвоением квалификации дизайнер-преподаватель, художник-мастер-преподаватель, что позволяет выпускникам работать не только в сфере промышленного дизайна, но и насыщать отрасли профессиональными педагогическими кадрами, знающими специфику преподавания творческих дисциплин и учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Благодаря достаточно высокому уровню образования училище пользуется большой популярностью. Об этом свидетельствует контингент абитуриентов и студентов, прибывших не только из Ставропольского и Краснодарского краев, но и Ростовской области, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа и России, но даже из ближнего зарубежья. Выпускники училища успешно работают в рекламных агентствах, дизайнах студий, типографиях, проектных организациях и конструкторских бюро, детских школах искусств, детских художественных школах и многих других учреждениях и предприятиях Ставропольского края и за его пределами. С учетом необходимости сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в регионе, Ставропольское краевое училище в 2016 году вводит новые специализации и подготовки на отделение ДПИ – художественная керамика и художественная роспись по дереву. Таким образом, можно сказать, что училище дизайна постепенно расширяется, развивается и становится все более и более современным.